Северная Осетия на одной сцене выступят государственный академический ансамбль народного танца «Алан» и заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Завтра концерт пройдет в Остинском театре, а 30 марта «Алан» и «Донбасс» выступят в Беслане. Прославленные коллективы представят лучшие номера своего богатого репертуара. Гастроли творческих коллективов Донецкой Народной Республики проходят по всей стране. Старт масштабному проекту был дан 15 марта. Совместно с нашим коллективом «Аланом» мы дадим хороший концерт. И это надолго им запомнится, и кто будет смотреть. Потому что их надо поддержать.